Всем здорово, народ. Думаю, из названия видео вы уже поняли, что сейчас будет происходить. Единственное, надеюсь, то, что этот ролик не выйдет слишком коротким. Я постараюсь сделать все, что возможно, чтобы он продлился хотя бы, ну, минут 10, думаю. Проблема в том, то, что в папке я не заходил очень давно, как вы можете видеть, и поэтому я совсем не помню, что там происходит. Но надеюсь, сейчас начну катку, и в принципе, все сразу вспомнится, я смогу даже с таким челленджем затащить игру. Ну чё, народ, погнали. Главное условие — без перезарядки. Ну, я думаю, я смогу это сделать, в принципе, не так уж сложно. Главное, чтобы сейчас со мной не прыгнуло слишком много народу. Хотя, в принципе, на самом деле, можешь с тех пор перебивать. Главное — экономить патроны, чтобы не пришлось слишком часто выкидывать оружие. А то это будет не очень, каждый раз его находить вот так вот. И, по сути, мне нужно будет держаться рядом с городами. Потому что не думаю, что в этом лесу можно будет найти какое-нибудь оружие с легкостью. А в городе, ну, забежал в какой-нибудь соседний дом и забрал новое, так что будем кочевать по городам, успевать следить за зоной и попробую также, естественно, не умереть. В моих планах вообще сейчас выиграть игру, чтобы видос был слишком классным. В принципе, как обычно, сейчас буду бегать по домам и не буду, ни одного оружия не буду лежать. Вот, собственно, поэтому я не играл в PUBG. Куда бы ты ни зашел, нигде не будет оружия. Вот о чем я и говорю. Вот, сейчас меня этот чел убьет. Понятно, я... Так, давай, умри, пожалуйста. И... Окей, понятно с ним. Вы мне оружие сегодня дадите или нет? Я не понял. Серьезно, второй дом и нет оружия. Нет, ну че... А, вот, все, наконец-то. Все, главное...